Нейтрино из черной дыры. Найден адрес рождения загадочной частицы. Российские астрофизики впервые установили источник мельчайших космических частиц – нейтрино. Оказалось, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи черных дыр в центрах далеких активных галактик. Эта работа российских ученых может стать прорывом в физике, ведь речь идет о самой разыскиваемой в истории физики элементарной частицы – нейтрино. Без нее во Вселенной, кроме света, не было бы ничего – ни материи, ни людей. Беспрепятственно преодолевая огромнейшие дистанции длиной в световые годы, нейтрино могут доставлять нам ценную информацию о всех процессах из самых дальних закоулков космоса.